Привет, меня зовут Катерина Мезина. Мне 27 лет. Я окончила ВТУ имени Щепкина в 2019 году курс Юрия Мифоевича Соломина и Ольги Николаевны Соломиной. В институте в дипломном спектакле я играла доходное место, играла роль Юленьки. Играла вместе со своей сестрой-близняшкой Ритой. Она играла роль Полины. Крайние проекты, в которых я поработала, это «Супер Иванова» для платформы «Премьер» и канала ТВ3, а также проект «Цикады» для платформы «Кинопоиск». Буду рада поработать и с вами.